Трагическая весть об Успенской. РФ замерла в ожидании вестей. Певица по сей день не оправилась от жуткого скандала. Любовь Успенская по сей день не оправилась от предательства единственной дочери Татьяны Плаксиной. В начале февраля девушка дала серию интервью, в которых раскрыла правду о своих отношениях с матерью. После этого королеву шансона едва не охватил удар. У ее подмосковного особняка несколько дней дежурила скорая. А теперь стало известно, что певица впала в тяжелую депрессию и находится в крайне нестабильном состоянии. Люба сейчас в трауре, она никак не может оправиться от трагедии с дочкой. Таня для нее всегда была всем, она не знает, как дальше ей быть, призналась подруга Любови Успенской. По словам женщины, на людях Любовь Залмановна старается держаться из последних сил. На самом деле она в глубокой депрессии, ее нужно спасать, цитирует приятельницу собеседник РУ. Сама королева шансона скандальную ситуацию комментировать не хочет. Слишком глубока ее рана. Не так давно она обратилась к поклонникам и рассказала, что очень плохо себя чувствует. 66-летняя вокалистка поведала, что морально сломлена, ее сердце разрывается от боли и переживаний. Все события, которые происходили в последнее время, конечно же, подкосили меня, заявила исполнительница хита «Карусель».